Следующая неделя будет активной для государственных структур в плане подготовки к предстоящим праздникам. По сообщению ОМВД, в скором времени будет проводиться операция «Улица». Ее цель – активизация работы сотрудников полиции в местах массового пребывания населения. А на прошедшей неделе проводилась операция «Инвалид» по выявлению нарушений парковки на местах, выделенных специально для людей с ограниченными возможностями. Я хочу отметить, Андрей Ильич, по докладу начальника ГИБДД, все-таки или штрафы, или, может быть, совесть у людей, ну, мне кажется, что массовый характер занятия мест инвалидов нас не носит в районе. Сотрудники соцзащиты также занимаются подготовкой к праздникам, в частности, ко Дню памяти жертв радиационных катастроф, который будет 26 апреля, и, разумеется, ко Дню Победы. Готовятся выплаты жителям, которым полагается материальная помощь. Это свыше 2000 человек. 196 участников и инвалидов ПОВ, и им будет вручена материальная помощь по 10 тысяч, и остальным это вдовы, дружинники тыла, несовершеннолетние узники, блокадники. Это материальная выплата будет составлять 5 тысяч. Праздники уже не за горами, и администрация района просит истринцев соблюдать порядок на всех предстоящих массовых мероприятиях в избежание проблем как для самих жителей, так и для сотрудников государственных служб. Полина Громова, Дмитрий Гинкул, Истранет ТВ.